Дежурный слесарь по ремонту кранового хозяйства Сергей Чугунов уже 42 года проходит один и тот же маршрут – от проходной до 32-го цеха. На завод он пришел со школьной скамьи, а сейчас уже профессионал своего дела с самым высоким разрядом. Основной стаж Чугунов отработал слесарем-ремонтником по станкам. Сейчас на «ты» с механизмами кранового хозяйства. Ну, не знаю, видимо, это у меня в крови такое, что я вот люблю с железом возиться, как механикой. Я с детства конструкторами занимался там. Механизмы, они, ну, конечно, усовершенствуются, но все равно оно же все идет от простого к сложному. И как бы с этим и ты растешь, и механизмы меняются. Чугунов вспоминает, как в юности ремонтировал мотоциклы и как своего первого москвича разобрал и снова собрал по запчастям, лишь бы узнать, как все устроено. Железные игрушки меняются, мастерство остается. В 2017 году Сергей Николаевич удостоился корпоративной награды и значка «Мастер своего дела». 3 октября отметил 60-й день рождения, перешагнув пенсионный порог. Пока процедура расчета еще в активной стадии, спешит в цех, чтобы успеть сделать еще что-то полезное. Сергей Николаевич неплохой специалист, знает свою работу хорошо, толковый. Ну, как говорится, не надо пальцем тыкать то, что надо сделать. Человек увидит, сам все исправит. У него самый большой 6-й коалиционный разряд. Соответственно, он все должен знать. А он все и умеет. Каждый из 38 кранов плавильного цеха, а также тельферы и прочие подвижные устройства для Чугунова как открытые книги. В мастерской кранового хозяйства ориентируется на уровне инстинктов. Муфты, шестеренки, гайки разложены по полочкам. А в личном ящике и без системы 5С чистота и порядок. На готове сумка с необходимым инструментом, разложены ключи. Сразу видно, человек свою работу любит и уважает. Люблю и мучаюсь, бывает, вот. Даже раньше было, вот я пока не доделал, я даже с работы не уйду. И даже было стыдно за то, что ты не можешь сделать. Опыт Сергея Чугунова в 32-м еще востребован, поэтому ему предложили продолжить сотрудничество на контрактной основе. Но если вдруг придется по каким-то причинам отправиться на заслуженный отдых, Сергей Николаевич печалиться не будет и на месте не усидит. У него есть прекрасный сад. Я не то, что там, вот не надо много картошки, мне... Чисто для себя. Вырос, мне приятно сорвать ягоду, скушать там помидорку туда-сюда, огурчика. Вот чисто плоды своего труда видеть. А результат работы дежурного слесаря на виду у всего цеха. Если краны исправны и работают без простоев, значит, слесарь сработал отлично, и цех справится со своим планом.